Овен. День может начаться со встречи, которая положит начало развитию ваших дел. При этом не отвлекайтесь на эмоции и мечты, а подчиняйте свои действия четкому расчету. Телец. Звезды не рекомендуют браться за новые непроверенные проекты. Тем не менее, интересные предложения от коллег не должны оставаться без внимания. Близнецы. Постарайтесь сегодня наполнить новым содержанием обычное состояние вещей. Относитесь к событиям ответственно, но не теряйте при этом чувство юмора. Рак. День благоприятен для планирования назревших встреч и свиданий. Правда, это не слишком одобрят ваши близкие, в отношениях с которыми, возможно, назревает конфликтная ситуация. Лев. Нынешний день готов подарить вам возможность в полной мере реализовать свои таланты. Капризы погоды и окружающих не помешают вам достичь желаемого. Дева. Внимательно отнеситесь к предложениям знакомых и друзей. Не исключена интересная и перспективная работа, которая может иметь многообещающие последствия. Весы. Заботы дня могут быть сопряжены с желанием переложить их на чьи-то плечи. Попытайтесь, но не настаивайте, так как в результате спора вы можете оказаться проигравшей стороной. Скорпион. Доброжелательность и искренность станут универсальным пропуском в страну осуществления желаний, а концентрация энергии и уверенность в своих силах обусловят успех в работе. Стрелец. Не разрешайте эмоциям заглушить здравый смысл. Чем спокойнее вы будете, тем более успешными станут ваши достижения. Козерог. В сфере профессиональной деятельности и в личных отношениях, вероятно, нестабильность. Не стоит сегодня проявлять активность и в коммерческих делах. Водолей. Погружаясь в текущие дела с головой, не забывайте о друзьях. Не огорчайте их своим невниманием. Тепло и искренность ваших отношений станут залогом общего успеха. Рыбы. Вы все силы отдаете работе, за что вас ценят и уважают. А вот сфера личной жизни характеризуется крайне противоречивыми тенденциями. Задумайтесь об этом.